12 августа отмечается Международный день молодежи. Праздник, посвященный 3 миллиардам жителей планеты, отмечается с 2000 года. В этот день генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество признать взаимозависимость поколений и вместе решать проблемы разных возрастов. Во всем мире молодежь считается наиболее деятельной частью общества, которая легко приспосабливается к изменяющимся условиям жизни. Для них на государственном уровне разрабатываются специальные программы, законы, позволяющие найти профессию, получить знания и стать полезным социуму. На сегодняшний день в Ненецком автономном округе зарегистрировано порядка 8 тысяч человек молодежи. Несмотря на это, у нас действует около 110 детских молодежных общественных объединений по совершенно различным направлениям деятельности. По спектру направлений мы мало уступаем нашим центральным регионам. Я хочу поздравить всех с Международным днем молодежи, и я верю, что российская молодежь лучшая. Роль молодежи в обществе так велика, что отмечается он 4 раза. В июне – День молодежи России. По традиции, молодежь нашего края отмечает его массовыми спортивными соревнованиями. В апреле – Международный день солидарности молодежи. В ноябре – Всемирный день, а 12 августа – Международный.